Ну что, все, я зачекинился, сказали, ждите, мы вам позвоним. Смотрите, какая красотища на улице. Но только не для того, чтобы ездить. Ну и погодка, все стоят, мерзнут. Красота! Ого, как намело. Я тут еще лег, поспал, пока мне не позвонили и не дали дверь. А тут сугробы. Ехать как, ёшки. Смотрите на это. Ну, блин, зима-зима. Так, включаем. Рифер. Оп. Капец. Все в снегу. Да. Вон у него колесо одно не крутится. Справа. Тоже кто-то из наших. Вышел, ему подсказал, говорю, чувак, у тебя заблокировано колесо, блокируй дифференциал. Он говорит, а у меня не блокируется. И говорит, ты, говорит, случайно куда едешь? Не на Калифорнию? Я говорю, ну да, на Вегас буду ехать. А говорит, а как ехать лучше всего? Я говорю, о, понятно, веселая дорожка у человека будет. Я чувствую, у меня тоже. Так, ладно, я дверь открыл, пока меня тут снегом не засыпало. Дверь у меня будет 59-я, остановимся, загружаемся. Потом надо попробовать пойти, может, ему помочь чем-то, чтобы он колесо разблокировал. Занесло тут у меня, он уже чувак стоит. Ровно 2 часа меня загружали. В 11:30 дали дверь, как и должны были. И вот сейчас 1:30 уже загрузили. Пойду забирать документы. Right. Let me check it. 41:52. Okay. Okay. Меня загрузили. Чувак пришел, повесил сил. Говорит, все, иди, забирай документы. Только отъедь сначала отсюда. Ну все, сейчас поедем. Документы дали, я быстренько сейчас все оббегаю, проверяю, что все здорово, но вроде выезжал из дока, все колеса вроде как крутятся. Повесил дополнительно еще сюда замок на всякий пожарный, выдвигается в путь дорогу. Вот он, красопед, чистит. Надеюсь, дороги также почищены, как и этот красавец, который почистил здесь все это дело. Я еду быстренько взвешиваюсь, потому как загрузили 42 тысячи, лучше быть уверенным, что у меня перевеса ни по одной из осей. Погодка, конечно, такая себе, смотрите. Но вариантов особых нет, нужно ехать. Вот так, видите, как сносит. Тут еще и ветер. В общем, веселая будет дорожка у нас, друзья. Погнали взвешиваться. С этой стороны все колеса крутятся. Так, с той стороны отлично все едет. Отлично. Ничего нигде не примерзло. Хотя на улице где-то минус 6, минус 7 градусов. Погодка веселая. Но... тем только интересней. Но я чувствую, мы так тяжеленькие. Но вроде бы по весам должно быть все очень здорово и легально. Без каких-то проблем. Вот, у меня даже Garmin показывает. Winter Storm Warning. Предупреждение о снежном шторме. Так, ну ладно. Вон нам нужны весы. Взвешиваемся. И поедем потихонечку. И расскажу, как я вчера прикольно простоял на загрузке 5 часов. В итоге груз так и не был готов. Я понимал, что я уже опаздываю вот сюда и свалил оттуда просто-напросто. Поругался с брокером, но селяви, к сожалению. Я стоять там 24 часа не намерен был. В общем, расскажу все это подробно. Весы
весы показали отличный вес, никакого перевеса нет, даже близко. Но лучше потратить $10-12 на взвешивание и ехать со спокойным, чистым сердцем и душой, чем переживать при каждом въезде на весовую. О, сейчас посмотрим, в каком состоянии дороги при такой метели. А метель такая приличненькая. Еще и трафик тут. Столько машин. И тут лучше с разгону, я смотрю, забираться, чтобы не встрять. О, целина. Снежок. Выдвигаемся на Лас-Вегас потихонечку. Именно что потихонечку. Но, кстати, я меньше переживаю вот за такую дорогу. Гораздо больше переживаю за гололед, который в дальнейшем может быть. А такая дорога нисколько не пугает. Главное не встрять, конечно, нигде. Сейчас мы сделаем здесь небольшой маневр вправо сначала, чтобы я видел, нет ли входящего транспорта по полосе. О, буксуем чуть-чуть. Аривуар, ребятки. Поехали. Вот такая вот погодка у нас теперь будет. Но мне особо торопиться некуда. Навигатор показывает 23 часа на дорогу. То есть я в теории могу ее покрыть, эту дорогу, за 2 дня. У меня 3 дня в запасе. Более того, понедельник выходной день. Если я не ошибаюсь, там какой-то опять Labor или Memorial Day. Очередной американский праздник какой-то. И опять понедельник выходной. Чтоб такого делать, чтоб не работать. Но с другой стороны, американцы, конечно, не отдыхают, как у нас, с 31 по 14. Здесь нерабочий день, только первое число. И все. Потом все работают. И 31, как правило, тоже работают. Не все, но работают. Ох, веселая дорожка у нас будет впереди. Будем еле ехать. Вот тут, как говорится, тише едешь, дальше будешь. Смотри, посмотри, какая красота зато. Лепота. Вот вам немножко города, в котором я грузился. Ну вот смотрите, дорога в принципе почищена. Пешеходные все тропы тоже почищены. Хотя пешеходов, понятное дело, практически нет. Но в целом вот главная дорога довольно чистенькая. Красота. Ну вообще, прямо этот, Новый год, Новый год. Классно. Так, у нас поворот. До полной остановки не буду делать, чтобы не застрять при такой погоде. Лучше медленно, аккуратно проехать. Но, естественно, убедиться изначально, что все в порядке. Но сейчас мне придется попетлять немного вот такими дорогами. Я надеюсь, они будут в таком состоянии до самого интерстейта. Интерстейты, как правило, чистят намного лучше. Ну и все, едем. По этой дороге я уже как-то ездил не так давно. У меня была серия, в которой я ехал по этой же самой, по 90-й трассе. Но сейчас все меняется. Сейчас зима. Я-то ехал, погода была отличная. А сейчас я еще не знаю, что в Вайоминге меня ждет. Так, тут даже не видно, где у меня полоса-то. Вот, где-то здесь. 60. Ну, 60 я ехать не буду. 60 прям опасно. Надеюсь, вам видно. В тех местах, где открытое пространство, ветер просто сдувает все. То есть дорога чистится сама. Чистый асфальт. А вот в местах, где, например, вот смотрите, есть такое, типа, как забор из деревьев, сразу вот так все занесено сугробами. Поэтому мне бы, конечно, поменьше леса слева и справа. Особенно со стороны, с которой дует ветер. Потому что ветер выполняет как раз эту самую классную роль автоматической очистки. Смотрите, как все здорово. Все сдувает. Вот. А вот там деревья будут, и там, где будут деревья, опять все будет в сугробах. По таким сугробам, особенно когда залетаешь, сразу чувствуешь такой стопор. Нужно очень аккуратно ехать. Ну и у меня тут начинает потихоньку все подмерзать. Причем такой интересный момент. У меня все подмерзло там, здесь ничего не было замерзшим. О, вот это я люблю. Жух, такое облако. Нифига после него не видно. И сразу еще пару машин навстречу. Вот. Теперь все замерзло у меня с моей стороны, зараза. А с той стороны все оттаяло. Ну ничего, я сейчас дал тут побольше на лобовое стекло.
будем отмораживаться. По возможности, конечно, нужно будет потом остановиться и почиститься. Въезжаешь в целину и прямо чувствуешь, что въехал в целину. Ой, уже жарко становится. Давай, очищайся, зараза. Отогрел свои дворники, включил печку на лобовое по максимуму, приоткрыл окно, потому что очень жарко, вот очень жарко. Но зато почистилось немного. На улице прям вообще зимняя сказка, друзья, зимняя сказка, не иначе. Так, я по обочине уже еду, у меня ощущение, а не по дороге. Ну а, вроде как новый Кенворд проехал. В общем, потрясающе. У меня, конечно, еще и вид слева такой классный. Вот такая вот дорожка. Так, ну что, проезжаем еще один большой город. Называется город Манкато, штат Миннесота. Вот, проезжаем сейчас его. Удалось мне немножко почистить дворники. На светофоре успел схватить, открыл окно, схватил его, дропнул, бросил его, и получается, что он лед с него слетел. И вот теперь хотя бы видно, куда едешь. Вот, и дорога здесь вроде почище стала. Вот такие зимние условия. Конечно, те, кто ездят где-нибудь по Дальнему Востоку, по Сибири, для них вот это вообще такая ерунда. Но для нас, зажравшихся американцев, которые привыкли ехать по чистым фривеям, жить во Флориде, это целая катастрофа. Но на самом деле, если с головой ко всему подходить, то все, в общем-то, в рамках нормы. Дорога хорошая, ехать главное аккуратно, никуда не лететь, и все, будет вам счастье. Ох, какой тут у нас замес, смотрите, происходит. Кто-то даже вообще тормозит. Вау. Этот неприятный момент. Особенно неприятный момент в том, что впереди меня машина еще легковая едет и вообще не едет. Ну, ребят, так дело не пойдет. Так дело не пойдет. Мы не можем ехать 15 миль в час. Зачем же вы поехали в такую погоду? Да, надо быстрее, конечно, выбираться на дорогу побольше. Вот вам и зимняя дорога, друзья. Знаете, страшнее всего здесь даже не погодные условия, а неопытные водители, вот. А еще к тому же не на зимней резине. Или на хотя бы на всесезонной. Вот это самый большой страх и большая опасность. Потому что, ну вот, предугадать действия некоторых просто невозможно. Они едут прям, вот такое ощущение, что они, выходя из дома, сохранились. Ну, дорога чистая, пустая, можно ехать. Ладно, не хотите по-хорошему, придется вас обгонять, друзья. Я 20 миль в час ехать не могу. Вот так, друзья, когда уже почти ничего не видно в окно, операция, кооперация. Сбиваем отсюда лед потихоньку, чтобы можно было нормально ехать. Ну а впереди, кстати, уже... Блин! Так, не поцарапать бы стекло. Ладно, придется выходить теперь. Хотел вам рассказать же, что на самом деле вчера произошло с моим грузом. Что не так было. Вот. Мне же нужно было сделать перебежку. После того, как я разгрузился в магазинах, в предыдущей серии посмотрите, как я разгружался в магазинах. Вот. Взяли груз вот этот, который я сейчас везу,
которая идет, соответственно, на Лас-Вегас. Но проблема была в том, что этот груз, он только на следующий день был. За него хорошо заплатили, и, соответственно, нужно было его забирать, но только на следующий день. Очень удачный, хороший груз, ехать за ним недалеко, но на следующий день. Чтобы день не терять, нашли еще один груз. Брокер уверил, что все пройдет без сучка и задоринки, груз готов, проблем с ним не возникнет, все будет здорово, хорошо и классно. А вот, выезжайте, вас там в течение 2-3 часов, зуб даю, загрузят. Поехали. Сразу посмотрели, что там за склад. Склад очень плохой, у нас он в блэк-листе. Мы туда не ездим, потому что там очень-очень долго загружают. Но брокер просто клялась, что загрузят быстро, четко, там все договорено, вас ждут. Хорошо. Взяли груз, подписались, приехали, а там конь не валялся. Груз не готов. Водители стоят по 18, по 20, по 24 часа с момента приезда до момента, когда их загрузят, и они уедут. И в итоге все это закончилось тем, что я простоял сначала несколько часов, ходил, ругался в офис, ругался с брокером. Брокер, в свою очередь, пытался что-то сделать. Постоянно мне писало, что мы все договорились, сейчас тебя начнут грузить. Проходил час, никто не начинал. Опять начинались те же самые разговоры. В общем, я там простоял 5 часов, и я когда понял, что я стоять больше не могу, мне логбук просто не позволит ехать. А вот, я брокеру сказал, давайте так, давайте мы назначим какое-то время, которое я жду еще, и если меня не загружают, я просто уезжаю, и никаких обид. А вот, и мы условились, что я жду еще час, я простоял, и в итоге ничего, естественно, не поменялось, дверь мне никто не дал, груз так готов и не был, потому что его надо было, оказывается, выгрузить еще несколько палет из другого трейлера. Он был не готов, ну и было принято правильное единственное решение в моем случае, просто оттуда уехать. Да, конечно, я проехал огромное количество миль просто так, я потратил целый день впустую, можно было взять какой-то другой груз, не, может быть, подешевле, может быть, не такой удобный, как был, который мы потеряли, но вот так, к сожалению, бывает. В итоге, да, я потерял время, деньги, я прокатался 100 с чем-то миль просто так пустым, рифер промолотил, потому что нужно было держать определенную температуру в рифере. Такие вот, к сожалению, ситуации бывают. Но тут уже никто от этого не застрахован. Такое может произойти не только на рифере, на абсолютно любом трейлере. У меня такое было и на автовозе. Я знаю ребят, которые такие ситуации попадали на степдеке и на драйвене. Можно стоять сутки, двое, ждать, если что-то не так, что-то не готово. И вот дела, друзья. К сожалению, в этом бизнесе никогда не бывает легко. Всегда есть какие-то подводные камни и шероховатости. Ну ничего, главное, все живы-здоровы. Колеса крутятся, бабосы мутятся. Поехали дальше. Вот он основной мой интерстейт, по которому я буду ехать большую часть пути. Ну и надо теперь выбраться только из этого самого, из этого снежного шторма. 90-е вроде более-менее почищенное, смотрю. Все, 400 миль, теперь езды по 90-му Interstate. И, конечно, предупреждение Winterstorm Wyoming. Фу! Первый этап миновал. А еще, друзья, просто бешеный, посмотрите, какой боковой ветер. С одной стороны, он, конечно, чистит трассу, чтобы на ней снег не залеживался, сдувает все. А с другой стороны, я с таким упором сейчас руль держу вправо, что просто сносит. Но хотя бы нету гололеда, и дорога чистая, и видно, что она посыпана реагентом. Нет льда, самое главное. И видимость ухудшилась, причем прилично ухудшилась видимость. Я даже немножко скорость сбавил, потому что так заметает с правой стороны, что даже не видно, что у нас там впереди творится. Видимость, наверное, метров 150. Это все метет с поля боковым ветром.
Большой пит-стоп. Я наконец-то выбрался из снежной бури. Закончился снег. Кое-как все поотмораживал тут. Поразмораживал точнее. Давай, падай. Оп. Вот так. Так вот обхожу, смотрю, все ли в порядке. Лифтер вроде работает, все нормально. Вот трак весь замороженный. Ветерок еще поддувает, такой лед. Веселуха. Да, рифер справляется. Самое главное. В общем, все здорово. Идем быстренько туда. Чаек горяченький. Кушаем и едем. Даже кофе невозможно было у них взять, потому что он просто омерзительный. Просто омерзительный кофе, к сожалению. Большое спасибо вам за то, что я просто здесь постоял. Выезжаем дальше. Нам сегодня еще где-то 4,5-5 часов ехать.